Продолжим выпуск. Прокуратура Акрюбинской области возмещены собственные затраты учителей, понесенные в период пандемии. Напомним, начиная с 1 апреля школы перешли на дистанционную форму обучения. Проанализировав 403 общеобразовательных заведения области, в которых преподают свыше 18 тысяч учителей, было установлено, что более 15 тысяч педагогов в домашних условиях через интернет на дистанции обучали около 139 тысяч детей. Так, учитель английского языка Хабденской средней школы с апреля по май на электроэнергию, интернет и другие расходы переплатила 2000 тенге. После вмешательства прокуратуры были возмещены расходы на общую сумму 10 миллионов 200 тысяч тенге. Права преподавателей восстановлены.